Катюши. Ваши ручки. Идем, когда мы поедем домой, идем. Правильно. Все точно замечено. Фотосессия на балконе. Что такое? Вот что такое, вот что такое. Нет, если положить под плюс, вот я руки делаю, она поднимется вниз. Видишь? Мы сейчас потратим все денежки. Не будем кушать нигде. Ой, какой неделю? Зато посмотрите на ее ножки. Эмили. Короче, там, да, я думаю. И не снимать. На лето прям самое то. Да, а на зиму тоже. Девочки. Короче, мы такие девочки. Привет. Это кукурузку положили, да? И хлебушек. Зая. Помнишь, Зая? Я не знаю, что происходит, ладно. В общем, мы находимся в цистерне базилика. Вообще очень-очень круто, но немножко даже страшно. Потому что все такое темное, мрачное, и нас вообще не видно. А, вот здесь, вот за моей спиной, там находится единственная плачущая колонна. Она стоит и плачет. Вот печальная история. Просто из жизни. Tarafta ayrılıklar, sözlerimizde muhabbet yok artık. Всем привет! Мы на работе. Время работы. Мы переодеваемся, переобуваемся. Мы очень устали. Надо домой. Плохое настроение. С 7:30 на кастинг. А сейчас 6. Если не больше. А сейчас мы идем в 101. Картошечки за водой, а второй картошечки за фрукты. А третий капусточки. Что-то надо. Там разберемся по делу.